Всем доброе дачное утро. Начинаем его с таким видом из окна. На улице пасмурно, но птички поют. Погода радует. Спать нам было комфортно, тепло. Хочется, чтобы еще было красиво и чисто. Поэтому сегодня у нас полно дел. Сегодня нам нужно превратить эту раскуроченную проходную комнату-коридорчик в уютную, чистенькую и практичную кухню. Фронт работ на сегодня. Оторвать вот эти плинтуса, снять проводку, поклеить обои, собрать кухню, положить новую столешницу. Ну и, надеюсь, станет уже гораздо лучше. Да, еще нужно заменить шланги, купленные вчера, на стиралку и подключить ее. Вообще цивилизация настанет. Кстати, насчет стиралки. У нас тут нашелся какой-то пятновыводитель, и пока ее нет, я хочу попробовать провести эксперимент. Почистить кроссовки и беленькие носки, которые благодаря такому полу, конечно же, стали уже далеко не беленькие. Так что давайте начнем наше утро с экспериментов. Леша нашел вот такую штучку. Давно уже. Думали, как раз пригодится, если у нас не будет стиральной машинки, что-то им почистить. Она даже не открытая, вообще новая. Ну, сегодня, видимо, настал тот самый момент, потому что я готовила завтрак, и сковорода, как видите, очень щедро обсыпала меня каплями подсолнечного масла. Так что, я думаю, пришло время проверить эту штукенцию в деле. Посмотрим, спасет ли она мою футболку. Вообще-то это не рабочая и не домашняя футболка. Просто Алиса что нашла, то и одела и испортила нормальную новую футболку. Надеюсь, это спасет. Ну и простите меня за следующий кадр. Показываю, как есть. Мои белоснежные носочки. Видите, по резинке они были реально белые. Это вчерашний день, проведенный здесь, в стройке, в ремонте, на даче. Не знаю, удастся ли это спасти, честно говоря. Дома я бы это просто уже выкинула и не пыталась отстирать. Но раз уж мы сегодня с вами химичим, почему бы не попробовать? Так, смотрим, как им пользоваться. В горячую воду 70-90 градусов добавить элизар из расчета 0,5, одну мерную ложку на каждый литр воды. То есть в чайнике у нас 1,8, но я думаю, две ложки положим для лучшего результата. И 1-2 мерных ложки любого средства для стирки на весь объем. Замочите вещи в растворе на 15-30 минут. При застарелом загрязнении или желтизне оставьте вещи до полного остывания воды. Затем постирайте в стиральной машине с обычным моющим средством. Я думаю, так как это новая футболка и жирное масло, я лучше оставлю до остывания воды. Да. Так. Ну и важно здесь, конечно, замечание. Это белые и цветные вместе не замачиваешь, чтобы не полиняли. Ну, я думаю, это для особо одаренных так. Так, написано, на вещи порошок не сыпать. То есть мы это все в воде сейчас растворим. Ложка есть. Так, все, я за чайником. О, ты целый чайник, да, сейчас выливаешь? Да. О, занимательная химия. Вот, кипятком активируется. Слушай, нифига себе, реально. Давай футболку. О боже, она вся в пятнах. А как ты? Не, подожди, возьми какую-нибудь палочку. Ты что, ты как сейчас кипяток туда? Вообще, конечно, я думаю, лучше в перчатках работать, чтобы было безопаснее. Особенно если кожа чувствительная. Это ты, блин, и в кипяток, и в химию полез голыми руками. У меня кожа нечувствительная. Все, уже нечувствительная. Давай, футболочка, спасись, пожалуйста. Вертись, вертись, чисто возвратись. Стиралка-автомат. Полуавтомат. Полуавтомат.
Ну и носочки давай попробуем. В носочки я вообще не верю, если честно, что что-то поможет. Все, оставляем, пока не остынет, да? Да. Добавили еще по инструкции обычной стирки порошочек. У нас был для автомата. Теперь перемешиваем все это. О, как тебе в кипяточке, хорошо? А, хорошо. Нет, чтоб сходить за палочкой, блин, щипчиками пластиковыми, нет, ручками все. Ну все, ждем результат. Пока у нас там стирка замачивается, взялись за обои. Ну как взялись? Алексей Борисович взялся. Сейчас отмерит нам кусочек вот сюда. Тимыч будет мазать клей, а у меня ответственная задача все это ровно наклеить, потому что никто больше не умеет. Лёша аж трясется от одной мысли поклейки обоев. Вообще не умеет. А мне кажется, ну что там сложного вообще? Тимке на очередь трудиться. Намешали клея, сейчас он нам все намажет, и я буду приклеивать. Надеюсь, все пройдет у нас гладко. И результат тоже будет гладкий. Вот такая красота у нас получилась. Еще, конечно, ничего не видно, ничего не понятно. Пока клеили, пока ездили за шлангами, переходниками. На улице уже темно. Но финал на сегодня уже близится. Леша сейчас будет наконец-то подключать сейчас стиральную машину. Да. И мы сможем постирать то, что замочили. Вообще вот так примерно выглядят наши обойки с краником. Ничего не понятно еще. Вот эту замазку, чтобы в окнах закрыть, мы купили деревянные реечки. Все будет аккуратненько, все будет сделано. Здесь запененные швы и так далее. Мы, конечно, сильно не вдавались прям в ремонт. Просто освежили все. Проводку потом буду красить аккуратненько в беленький, чтобы она так сильно не выделялась. Ну и вообще, когда все соберется в единый пазл, уже заиграет совсем по-новому. Сегодня у нас задача хотя бы практическую часть собрать, чтобы уже все функционировало. Машинка на месте, подключена. Примерили столешницу, я не могла, конечно, не посмотреть, как все это будет выглядеть. Взяли двухметровую, потому что не было 2,5 в наличии. Я подумала, ну ладно, можно на стиралку не ложить, она там в углу. А здесь хватит. А сейчас хотел Лёша установить столешницу, и мы решили глянуть, не появились ли 2,5, и они появились. Так как завтра мы едем в Москву, решили сдать столешницу, взять 2,5, и тогда у нас уже все ровненько как раз до окна закроется единой столешницей. Будет прям кайф, да ведь? Так что столешницы сегодня не будет. Осталось навесить фасады. И запускаем стирку! Ура! Закидываем наши супер грязные носочки и жирную футболочку. Стирать буду на быстрой стирке. Градусов 40, наверное, поставлю. Ничего необычного, чтобы долго не ждать и посмотреть на результат. Нет, ну вы это слышите? Слышите? Этот дом еще не видал такого чуда техники. Стиралка работает.
это ж прям уют. Лёша навешивает фасады, а я сейчас займусь, наверное, обустройством временным опять. Кухне надо готовить ужин, поэтому пора нести сюда плиту и все сопутствующее. Лангустинов отели, да? Их надо уже, а то им плохо станет, да? Попробуем. И рецепт сказали же, какой-то супер-бубер. Да, только если у тебя мало, нет, кажется. Ну и ладно. Попробуем сейчас что-нибудь сделать. Пока идет стирка и готовятся лангустины, решили немножко разобрать веранду, потому что, ну, у нас тут кошмар. Убрать летнюю мебель и собрать постоянный обеденный стол, расставить стулья, чтобы посвободнее стало. А я буду разбирать вот эту гору вещей. Надо помыть оба шкафа внутри и хоть чуть-чуть разобрать вот эти сумки, коробки, чтобы было уже хоть чуть-чуть похоже на жилое пространство.
пока мы убирались, уже не то, что достиралось, уже почти высохло. Но что я хочу сказать? По-моему, это просто офигеть. Я бы их реально выкинула уже. Не сказать, что это идеально новые носки, но вспомните, что было до. Вообще, жить можно. А у пацанов у меня, кстати, постоянно такие черные носки, неважно, где они ходят. Так что огонь. Посмотрим, что с футболкой. Я ее повесила, но не смотрела еще. Она еще мокрая, конечно, но брызг нету. Капли все отстирались, реально. Я в шоке. Стиралась, да? Реально, блин. У меня спасена футболка! Ура! Я считаю, это достойное до-после. Ну и, короче, Лёша уже, видимо, не остановить. Сколько раз мы пользовались этой плитой? Ну, всего-то, да, там несколько раз она новая, но она уже покрылась вот этим налетом. Я сейчас губкой пыталась оттереть, ничего у меня не получилось, он уже засох. И он навел снова химии. Да, посмотрел, что она подходит для кухонной утвари. И сейчас мы все это почистим, чтобы все было чистенько-чистенько. Чистенько-чистенько. Ну, давай. Ну, у тебя явно уже лучше получается, чем у меня. Ну, домой вот эту. Там с той все понятно будет. На, вот она уже беленькая. Вот тут еще смотри. Желтенькая вот эту убирай. О, на глазах. Все, желтизна прошла. Ну, другое дело, что сказать. Работает, ладно, работает. Разрешаю мыть вторую комфорку. Так уж и быть. Все, принимаю работу. Есть, есть, есть. Ну, совсем другое дело, конечно. Все, чистенько, принято. Время уже поздний вечер. Леша пошел на улицу развешивать белье из стирки. А я буду вам показывать результат сегодняшней работы. Конечно, не прям вау-вау какие-то изменения, но я надеюсь, уже это похоже более-менее на жилье, а не на склад ненужных вещей. Так что пойдемте смотреть, что мы сделали. Раз уж мы сегодня начали день с кухни, собственно, ей посвятили, покажу ее в первую очередь. Не сказать, что у нас здесь прям красота наступила и уют, но как минимум уже можно готовить. Есть стирка, есть вода, работает слив. Это все уже гораздо удобнее. Ну и стало, кстати, светлее в 1000 раз и просторнее, когда мы поменяли обойки, хотя бы в рабочей зоне. Столешницу мы не закрепляли, потому что, напомню, завтра мы пойдем ее поедем менять на более длинную, чтобы она покрывала все шкафчики, стиралку, была большая рабочая поверхность. Фасады не выравнивали, потому что следующее видео мы будем наводить красоту на кухне, доклеивать обои по всем стенам, скорее всего, перекрашу дверь, если успею. И самое главное, что будем застилать чистый пол, линолеум, теплый пол укладывать. И все это придется опять поднимать, двигать, поэтому нет никакого смысла сейчас заморачиваться и это равнять. Немножко бардак. Но зато плита у нас теперь чистая, вот тут не подкопаться. Некуда все составлять, поэтому все выглядит так захламлено. Но в будущем здесь появятся полочки, здесь, наверное, вот так тоже, здесь шторочки. Все выровняется, ручки будут другие. Здесь, кстати, получилась такая незапланированная... Но получилась вот такая ниша, куда можно будет прятать, наконец-то, эти пластиковые бутылки. Они меня так бесят всегда на кухне. А сверху сделаем полочки, куда можно будет спрятать, ну, там, какую-то химию, губки, тряпки и так далее. И все это шторочкой закрою, будет симпатично. Обои мне очень нравятся, как выглядят. Вообще, посмотрите, какие они уютные. Такие милые, вообще. С ними, конечно, вот сразу другое дело вообще. Такие хорошенькие. Полотенчика, кстати, местное нашла в шкафу. Вот с кухней, в общем, у нас сегодня вот такая история. Буду заклеивать и вот эту часть. Щербину эту, конечно же, заделаем. Это будет в обоях. Лестница будет белая.
Здесь обои и чистый пол. Вполне просторная, кстати, кухня с длиннющей рабочей поверхностью, учитывая, да, что она еще пойдет до конца раковины, как раз до конца окна получится. Шторочки, освещение чуть-чуть смещу. Потолки мы будем зашивать. Пенопласт снимать не будем, он останется как утепление, как шумоизоляция. Пусть будет. Сделаем вот так вот реечки и зашьем или вагонкой, или ДВПшкой белой. В общем, чтобы вот этого ужаса не было. Проводку буду закрашивать в беленький аккуратненько. Столешницу, естественно, красить, шлифовать. Или маслом, или лаком. Посмотрю, у меня есть, по-моему, масло, которое я использовала для террасы. Скорее всего, может, его и сюда использую, мебель садовую. Им же покрою, чтобы все было в один цвет, чтобы все сочеталось. Вот такая кухня у нас сегодня. Пойдемте дальше. Здесь я наконец-то разобрала чемодан, бардак, и все уже выглядит тоже гораздо приличнее. Лёш, конечно, не навесил еще фасады на шкаф. Ничего, с этим мы скоро разберемся. Но уже здесь наступил порядочек и не так захламленно, как было. Пойдемте в нашу гостиную-столовую-прихожую-веранду. Здесь у нас большие изменения. Мы разобрали практически весь хлам. И тут прям дача-дача. Так хочется, чтобы было светло, солнышко и пели птички. Ну, показываю вечером. Как есть. Так, думаю, тоже неплохо. Конечно, хотелось бы избавиться от вот этого верхнего света, всезаполняющего, больше точечного света, так уютнее, ну, это чуть позже. Зато уже порядок, уже хорошо, уже красиво. Стол икеевский встал вместо уличного, который у нас тут был, садовая мебель, мы это все убрали. И теперь у нас вот такой красивый круглый стол, который раскладывается в большой овальный, если вдруг много гостей. Сейчас 3 стула, они с Авито, по 1000 рублей, кажется, покупала, 4-й убрала, потому что неудобно ставить их, они упираются в ноги стола, и сидеть неудобно, нас как раз 3, поэтому я пока лишнюю убрала, и вот получилась у нас такая уютная столовая зона, мы уже ужинали за ней. Уже было уютненько, классненько. Скатерть, кстати, заказывала на ВБ. Оставлю артикул. Вот как раз ездили в Шатур Торф, ее получали. Вот, она типа льняная, песочного цвета, но она с пропиткой отталкивает воду и прям качественно. Я переживала, когда брала, чтобы не было это какой-то дешевой тряпкой. Но нет, смотрится прям хорошо, поэтому смело рекомендую. Так, здесь у нас комодик, который, кстати, очень сильно пострадал при переезде. Не показывала. Его вот так снесли прям до самого дерева. Прям дерево тоже снесли. Тут заусенцы наставили каких-то пятен, как машинное масло. Типа столешницу я более-менее отмыла, а вот это пятнышко не отмывается. Поэтому вот такие потери. Придется еще раз подкрасить. И у меня есть еще идеи, как его доработать. И покрыть лаком, а то он у меня даже не был ничем защищен. Столешницу украсила, закрыла вот эту корябушку салфеточкой, которую вчера подарил Илья. Видите, как она сразу к делу пришлась. И вот это тоже его подарок из мастерской Ланы. Такое кашпо. Ну, можно для цветов, можно для карандашей. Можно, вот у меня тут аромапалочки, аромасаше. Я иногда жгу их вот в этих баночках. И получается вкусно пахнет, так что вот такая штука многофункциональная. Медведи, которых шила мама, они были в одежке много раз у нас в кадрах, помните, в таких синих клетчатых рубашках. Я все это сняла, постирала, медведи немножко выстирались, потому что они были окрашены кофе с ароматом ванили, чуть-чуть посветлели, но их надо было уже постирать. И мама сказала, приедет, мы еще раз их покрасим кофе, обязательно снимем это на видео, чтобы вы тоже могли чего-нибудь такое сделать. Так, здесь у нас, кстати, вот цветочек, фикус, который тоже дарила подписчица, когда мы только переехали в Москву. Прекрасно себя чувствует и так благодарна каждый раз. Такой большой взрослый цветок, он, конечно, сразу меняет интерьер, украшает картинку. Любим его.
Тут, в общем-то, ничего не изменилось. Тумбочка из этого гарнитура, диванчик. Все очень уютно. Пледик. Тимыч тут у нас сидел у окошка, кайфовал. Ну, а здесь все еще хламовник, но уже гораздо меньше. Джакузька набегался, спит вообще без задних ног. А здесь кучкой сложили всякие Лешины хозяйственные штуки, инструменты, потом разберет, куда что. А здесь у нас еще куча посылок от мамы из Анапы со всяким декором, с нашими штучками, дрючками. Пока не разбираем, потому что, ну, даже некуда. Шкаф я уже зато заполнила нашей одеждой, повыкидывали все, что осталось от старых хозяев, помыли. И уже вот убрали все сумки, которые здесь стояли. Такая у нас получилась прихожая. В будущем я планирую сдвинуть шкаф сюда, а здесь сделать дверь в пристройку, в санузел. Там будет ванна, туалет. И здесь у нас идет крылечко. Сейчас в темноте не покажу. Но я хочу его зашить, чтобы была еще одна дверь. Более-менее такой тамбур получился холодный, а здесь уже было теплее. И грязную обувь в куртке можно будет оставлять там, а здесь чисто уже будут тапочки, там так что-то мелочь какая-то на вешалках. Вот, и, короче, будет уже теплее и почище, поуютнее. Ой, я врезалась в стул. Здесь у нас Тимкин аппарат от укулеле «Усилок». И он такой в винтажном стиле, что он сюда прям подходит даже. Он подключен под розетку. Помните, мы специально, Ефим нам провел розеточку вот сюда. Тимыч валяется на диване, играет на укулеле, наслаждается видом из окна. И у нас такой вот дачный вайб, как принято нынче говорить. На втором этаже тоже есть небольшие изменения. Подняли сюда комод. Расставили пока так. Я вообще здесь не была днем. Лёша там куда поднял, куда поставил и стульчик. Но у меня есть планы, как все это красиво разместить. Самое главное, что Тимур сам собрал вот этот стол полностью, прикрутил ножки, там все подтянул. Ему не терпелось сесть в компьютер поиграть, а нам некогда было собрать ребенку стол. И, короче, пришлось ему самому это сделать. Поэтому у Тимчи тоже вот такой вот получился свой уже чердачок. Он уже тут тусил практически весь вечер. Так что везде потихонечку обживаемся. На этом будем заканчивать сегодняшний влог. Мы устали. Ты устал? Я устал. Надо отдыхать. Ой, ну ты доволен, что получается? Конечно, радует. В квартиру хочешь? Нет, мне здесь больше нравится. Серьезно? Ну да, чище воздух, меньше пыли, красота, природа. Но завтра мы поедем в Москву в квартиру. Поедем, конечно. Надо поделать дела, заехать в Леруа, закупиться. Столешницу поменяй как минимум. Да. Что доделать? А сейчас уже будем ложиться спать. Ты все гущу будешь рубиться? Нет, я спать. Все, ура! На третий день Алексей Борисович ложится спать, сдулся. Кстати, еще один сдулся. Тимыч пришел сюда и уснул. Дрыхнет. Ты сегодня будешь спать на веранде, получается. Угу. Разложил там диванчик себе. Можно, конечно, и наверху, но мне кажется, здесь как-то на первом этаже ближе, спокойнее на входе будешь стеречь границы. Вместе, да, с Джейком. Вместе с Джейком, да. Ну, Джейк за ночь успевает со всеми поспать. Везде ко всем под кровать придет, полазит, похрапит, посопит. Так что Джейк охраняет весь периметр. Все, следующее видео у нас будет про уже обуючивание кухни, то есть обклеим обоями все стены. Будем вешать полочки, текстиль, все красиво расставлять, поменяем полы, обновим точнее, и наступит на кухню уже, надеюсь, полная красота. Так что всем спасибо за советы, всем спасибо за комментарии, все смотрим, все читаем. Спасибо, что смотрите нас, спасибо, что ставите лайки, что подписываетесь. Кстати, если вы смотрите без подписки, подпишитесь, потому что огромный процент смотрит без подписки, это влияет на статистику. Подпишитесь.
Не пользуйтесь статистикой. Дальше будет еще куча переделок. После кухни будем заниматься вот этой спальней, превращать ее в уютное гнездышко, красивое. И для нас, и для малыша. Видите, у нас уже люлька какая красивая стоит. Надеюсь, мы успеем до появления этого малыша здесь все делать. Остальное, в принципе, можно уже делать по ходу жизни. Не терпится, конечно, внешне перекрасить дом. До этого тоже доберемся, но уже не в этом положении. Уже чуть позже. Точно будет интересно, куча переделок, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы быть первыми и всегда на связи. А чтобы быть всегда на связи, почти каждый день мы в Телеграм, и там вообще обсуждаем все-все-все. У нас там такая ламповая, теплая атмосфера дружеская. Поэтому Телеграм, Инстаграм, кому куда удобнее, контакты все под видео. На химию, на все товары, все, что мы используем в видео. Кран, кстати, очень многие после видео спрашивали, вот этот бронзовый, да? Или как он? Я не знаю, но кран классный, мне понравился. Да, во-первых, он красивый, эстетичный, а во-вторых, Лёша его устанавливал и говорит, реально он классный такой. Аккуратно сделан. Да, качественно собран. И, короче, за 2000 рублей, по-моему, лучший вариант. Лучше, мы пересмотрели много. На него тоже много, ссылку, да, оставлю, и на скатерть, и на все всегда оставляю ссылки. Поэтому пользуйтесь. И делитесь своими какими-то удачными покупками, советами, лайфхаками и так далее, потому что нам это тоже очень полезно. Я вот не знала, что бывают обогреватели воды. Ты знал, короче, чтобы не какой-то пластиковой раковины был не сверху, а под раковину можно ставить еще бачок, и он нагревает воду. Прикинь? То есть вот такой мобильный тоже можно поставить. Я не знала, что бывают краны с обогревом, тоже нам рассказали, да? То есть, ну, очень. Я не знала, что бывают теплые плинтуса электрические, тоже как вариант обогрева пола. Ну, короче, очень много всего, поэтому мы делимся полезностями, и вы делитесь полезностями. Это всегда интересно. Мы всегда читаем. Все, а то могу полчаса болтать. Лёша хочет спать. Надо отбиваться, да. Все, всем пока-пока, всем спокойной ночи. Увидимся. Спасибо, что смотрели. Совсем скоро. Срочное включение. Забыла рассказать, что это наша третья ночевка в дачном доме. И сейчас уже гораздо комфортнее находиться. 2 дня до этого мы перед сном включали отопление, прогревали и потом только ложились спать и под утро еще включали. Сегодня мы вообще за день не включали отопление, хотя было пасмурно, дождь. Холодно уже днем, ну, к вечеру ближе было всего плюс 13 градусов сейчас. На улице 8 градусов, и мы даже перед сном не включали отопление. Дома тепло, комфортно. Мы вот в футболочках, без всяких там пижам, шерстяных носочков, в обычных носках ходим по полу, и пол уже совсем не холодный. Как-то вот, видимо, то, что мы готовим, дом обживается. То, что 2 дня прогревали все равно по вечерам. Короче, все это набирает силу, и уже совсем другое дело. Уже гораздо приятнее здесь находиться. Сейчас прям тепло-тепло дома, и я думаю, мы даже под утро не будем ничего включать, потому что даже жарковато вот в маленькой комнате. Но, конечно же, все равно нужно утеплять крышу, нужно делать теплые полы. Это и комфортно, и экономно, и эффективно. Поэтому будем утепляться, но не могла не поделиться, что дом как будто бы оживает немножко, становится уже совсем по-домашнему уютно и комфортно. Все, теперь точно всем спокойной ночи.